Вас приветствует Алена Ариес. Шокирующее признание от него, от вашего мужчины. Итак, в чем же он хочет признаться? В том, что он хочет перемен в ваших отношениях. О чем еще? О том, что он переживает, волнуется. И, девочки, как-то вы для него закрыты. Почему-то он так считает, что вы как-то вот не хотите проявляться в отношении него. Смотрите, тут еще вариант такой, что, возможно, вы в отношениях или замужем, или он так считает. Вот этот момент обязательно проверьте. Скорее всего, мужчина считает, что вы уже связаны с кем-то отношениями или браком. И, конечно, он хочет это изменить. Да. У него страсть и желание быть с вами вместе. Вот такое шокирующее признание. И очень сильно действительно из-за этого переживает и хочет, чтобы вы освободились от какой-то связи с кем-то другим. Для того, чтобы быть с ним, да, вот в любом случае, то есть он так считает. Правда это или неправда, правда ли вы в отношениях, может быть, вы дали повод для ревности, он так считает, да, может быть, там что-то себе напридумывал. Планируют шаги в вашу сторону, и шаги серьезные, то есть мужчина планирует быть с вами вместе, ну, конечно, не без вашего участия. Старший аркан сила говорит, что вы очень сильно его притягиваете, но все в ваших руках, потому что вот видите, вот эта вся линия идет мечи, то есть вы для него закрыты, или привязаны к чему-то. А, да, здесь может быть еще привязанность для тех, у кого роман на расстоянии. То есть он хочет быть с вами вместе, он хочет, чтобы вы к нему переехали, но, возможно, он находится в другом городе или даже в другой стране и понимает, что вы никак переехать не можете. Вот почему вы от него можете быть еще закрыты. Но он ждет, он будет ждать, потому что очень сильные у него чувства и серьезные планы. Для детального рассмотрения конкретно вашей ситуации пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. А внизу ссылочка на живой практический мастер-класс, где вы освоите за 2 часа всю систему предсказаний, получите четкие инструменты, новые фишки, а также подарки. Регистрируйтесь срочно, пока есть свободные места.